Мы рады всех приветствовать на международном научно-исследовательском семинаре, который посвящен исследованию, изучению тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Сегодня, конечно, особенный день, как всегда, потому что то самое напряжение, которое возникает при каждом подключении на семинар, оно способствует как раз выдаче определенной энергии. Той самой энергии, которая, наверное, о которой мы сегодня будем все говорить. Сама станция, третья станция, предполагает более глубокое погружение для того, чтобы ощутить эту тройственность. Мы говорили на наших прошедших семинарах, на онлайн-классах, в квизе, говорим часто о том, что именно эта тройственность является той самой отправной точкой, откуда начинается все. И, конечно, сама эта тройственность, она несказуема, она не произносится. И сегодня наши уважаемые докладчики попробуют, и мы с вами вместе попробуем услышать то самое несказуемое. Потому что, конечно, этот свет ОЭХО, о котором говорится в станции, о которой говорится в этом именно шлаке, в пятой, он очень проникновенен, он необычен, и он настолько многообразен, что практически мы можем бесконечно уделять этому внимание. Чем более мы соприкасаемся больше своим вниманием к высшему, к чистому, к светлому и к такому сияющему понятию, как ОЭХО, то, конечно, тем самым мы способствуем некоторой концентрации в пространстве. Что это значит? Вот эта концентрация внимания, общая, коллективная, она способствует принятию знаний. Потому что такая энергия идет, потому что так действуют лучи, потому что так низвергается свет, который касается формы. И эта форма начинает в конечном итоге распускаться, как тот самый лотос, цветок, душа человека, и в итоге становится разумной. Сегодня такой основополагающий эффект, я бы сказала, от этой шлоки, наверное, он будет весьма ожидаемый, потому что сегодня у нас международные спикеры, и мы уже с нетерпением ждем, когда вы нам поведаете то самое несказуемое, то самое сокровенное, на котором основана эта станция Дзян. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня исследование пятой шлоки третьей станции «Тайная доктрина» Елены Петровны Блаватской. С нами сегодня работают переводчики. Ксения Персова, Полина Романчева и Сергей Насеткин. Огромное спасибо за совершенную команду переводчиков, которая старается не только перевести фактические слова, форму слов. Это переводчики особые. Они стараются донести внутренний смысл. И вам огромное спасибо и наши аплодисменты. Дорогие друзья, мы традиционно следуем определенному алгоритму. Сейчас руководитель школы Теософии нас познакомит с главным направлением сегодняшнего дня, потому что мы, конечно, должны знать эти энергии, в которых мы сегодня с вами двигаемся, работаем, концентрируемся, и наверняка у нас будут открытия, потому что мы их все ожидаем, и без них, конечно, нам будет не хватать этой энергии. Мы все с вами сопряжены в одном направлении. Итак, последующие докладчики, конечно, познакомят нас со своими презентациями, с лекциями, своими открытиями, мнениями. И в самом конце у нас будет брифинг. Это ваши вопросы и ответы спикеров, ответы членов научно-исследовательской группы, которые ответят на ваши вопросы, которые могут поступать сейчас во время семинара, во время выступления спикеров. И вы знаете, что у нас есть такой раздел «Вопросы и ответы» в программе Zoom, где вы можете писать. И, конечно, ни один вопрос мы не оставим без внимания и постараемся ответить на все. Итак, дорогие друзья, в добрый путь!
Сегодня я бы сказала в свете этой станции в светлый путь, потому что ее значение, оно такое. Итак, я предоставляю вступительное слово руководителю школы Теософии, психологу, город Москва, Россия, Владимир Ярынь. Пожалуйста. Приветствую всех. Ну и начнем мы опять же с медитативной мысли на сегодняшний день, данной Елены Петровны Блаватской. Мысль следующая. Люди говорят о сатане, поскольку все его знают, ведь он во всех порочных сердцах. Вот эта мысль, она на сегодняшний день является тем доминирующим, я бы сказал, таким направляющим вектором нашего мышления, размышления, медитации, да, для того, чтобы мы ничему не удивлялись, все для нас было бы ожидаемо. Вот в это состояние медитации мы и должны войти, зная, что осудить никого мы не можем, да, потому что мы все тут знаем этого сатану, да. Все наши сердца порочны, поэтому мы здесь, на земле, и чистим свое сознание для того, чтобы внести истинное знание, реальность бытия. Сочетание не дан сегодня. Следующая эпоха у нас синей обезьянки, которая прежде всего свидетельствует о красоте мысли. Вот в данной эпохе мы должны развить свое мышление, имея чувство красоты. Вот. Ну а чувство красоты, оно накапливается осмыслением и осознанием беспредельности. Вот как только это осмыслено, значит, тогда и возможность есть высокой чистой мысли, красивой мысли. Клеша у обезьянки – алчность. Это затемнение такое сознания человечества, алчность. А победа этой алчности – общность со всеми. То есть нужно научиться объединяться и уметь контактировать со всеми людьми. Век у нас белого дракона, который говорит нам о конденсате завершенной мудрости. Он находится под лучом зеленого цвета, символом Сатурна. Сатурн играет роль как качества времени, так и мысли формы, созданной во времени. Это такое синтетическое свойство образа мысли. И вот белый дракон символизирует как раз реализацию и проявление вот этой мысли, мудрой мысли. Год у нас черного зайца, его клеша злоба побеждается мудростью. Вот так век мудрости через год, победою над клешой, мудростью, способствует нам войти в поток вечной жизни. Но черный цвет символизирует у нас здесь акашу, вибрацию или голос безмолвия, звучащий внутри нас, вызывающий человека к познаванию, устремляющий человека к познанию бытия. Ну и для этого, конечно, нужна мудрость. Месяц у нас синего зайца.
Та же самая клиша злоба и побеждается мудростью. Но синий цвет – символ стихии воздуха. Также символизирует он мысль. Мысль, которая проявляет в нас познавательную способность. Неделя у нас черного петуха. Черный петух – символ логоса, того безмолвия. Он также находится под лучом зеленым, Сатурном, который выполняет функцию великолепного слова или звука, великолепия этого звука. Он также играет роль учителя. День у нас желтой змеи. Вот здесь можно чуть-чуть остановиться, как бы, представлению. Во-первых, желтая змея находится в первом огне созвездия Овна, дома гороскопа такого, да? Он находится третьим от зайца огненного, дракона желтого, и змея желтая является третьим. На сегодняшний момент мы изучаем как раз третью станцию, пятая шлака. Вот она полностью соответствует вот этой змее, которая еще не закусила свой хвост, а только имеет в себе тот импульс. Импульс для пробуждения сознания. Этот импульс в будущем самой продолжительности проявит движение. И вот когда движение проявится, змея закусит хвост, и сознание пробудится. Но сознание – это явление космического сердца. Поэтому это то, что предшествует. И мы находимся в этом дне, этой змеи. Другими словами, можно сказать, что змея – символ разума, с одной стороны. С другой стороны, стихия земля символизирует ум. Это не та земля, которая имеет элемент земля, а это та земля, которая проявляется светом ума, просветлением ума. И поэтому змея символизирует у нас пробуждение сознания. Пробуждается это сознание именно этим светом, просветлением. Просветлением сознанием, а другими словами это называется озарение. Значит, когда пробуждается сознание, то ОЕО-ХОО в нас проявляется как единый. Озарение приводит наше сознание, когда оно пробуждается, к единению. То есть мы становимся едины. И получается, что тот, кто озарен, тот осознавать начинает жизнь, осознавать свою ответственность. И он становится служителем в иерархическом звене. То есть он становится учеником, учителем одновременно. Вот такой символ сегодняшнего дня. Так что нам предстоит закусить хвост и познать бытие пробуждением своего сознания и озарением. Удачи всем!
Спасибо. Владимир Васильевич, огромное спасибо за такой настрой, за такой позитив. Знаете, я сегодня как раз прочитала такую мысль об этих лучах, об астрохимических лучах. И я подумала о том, что сейчас вот Владимир Васильевич рассказывал, как воздействуют эти лучи, каким образом происходит вот это вот все взаимодействие. И такой настрой движения к этому свету был дан сейчас, и тем более такое соответствие всех недан, всех лучей в свете сегодняшнего дня. Человек, который хоть раз испытал это воздействие астрохимических лучей, он будет всегда звучать на одно сочетание. Это одно сочетание, оно, конечно, несказуемое, но оно единое. И как раз калачакра позволяет ощутить или приблизиться к этому одному сочетанию. Давайте попробуем вот в этой перспективе сегодня поработать и ощутить это единственное одно сочетание со всеми. Дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю нашего друга, партнера, настоящего теософа, настоящую парижанку и француженку, нашу потрясающую такен Бриджит, Теософское общество Франции, ложа Блаватской. Пожалуйста, госпожа Такен, ждем ваше исследование. Франция, город Париж. Добрый день. Мы будем обсуждать шлоку 5, станцию 3. Станция 3 описывает пробуждение Вселенной после пралаи. В ней изображено появление монад из их состояния поглощенности внутри единого. Это шлока 5, очевидно, описывает стадию второго или непроявленного логоса. В других местах тайной доктрины Ойахо уподобляется Кваншай-Ин, Авалокитешваре и пылающему дракону мудрости. В теософском глоссарии Ойахо определяется как оккультное название семи гласных, вечно присутствующего проявления вселенского принципа. Говорится также, что без тщательного освоения его тройного произношения оно навсегда останется недейственным. На самом деле мы можем найти различные написания этого имени. Охио, О и так далее. Вероятно, это для того, чтобы скрыть его эффективную форму. Так почему же это слово из семи букв, семи гласных, должно храниться в тайне? Или, по крайней мере, оставаться неэффективным? Несколько объяснений можно найти в тайной доктрине. О мантрах мы читаем. Мантры все взяты из специальных книг, хранящихся в тайне жрецами. И каждая, как говорят, производит магический эффект, поскольку декламатор или читатель производит, просто напевая их, тайную причинно-следственную связь, которая приводит к немедленному эффекту. Также в тайной доктрине говорится, в санскрите, а также в иврите и всех других алфавитах каждая буква имеет свое оккультное значение и свое обоснование. Она является причиной и следствием предшествующей причины, и сочетание их очень часто производит самый магический эффект. Гласные, в особенности, содержат оккультные и грозные потенции. Далее мы читаем. Эта аллегория лежит в основе оккультного закона, который предписывает молчание при познании определенных тайных и невидимых вещей, вещей, воспринимаемых только духовным разумом, шестым чувством, и которые не могут быть выражены шумной или произнесенной речью. В другом
отрывке Тайной доктрины мы можем прочитать: Ойо-хо — это бесплотный человек, который содержит в себе божественную идею. Его называют пылающим драконом мудрости. Будучи синтезом или совокупностью вселенской мудрости, Ойо-хо, сын сына, содержит в себе семь творческих воинств и таким образом является сущностью проявленной мудрости. И снова в примечании к тайной доктрине мы можем прочитать. В эзотерической системе семь принципов в человеке представлены семью буквами. Первые две из них более священны, чем четыре буквы тетраграмматона. И снова эти первые две буквы не приводятся. К чему же все эти предосторожности? В тайной доктрине также пишется. Опасность заключалась в следующем. Такие доктрины, как планетарная цепь или семь раз, сразу же дают ключ к семичастной природе человека, ибо каждый принцип соотносится с плоскостью, планетой или расой. А человеческие принципы на каждой плоскости соотносятся с семичастными оккультными силами. Причем те из них, которые находятся на высших плоскостях, обладают огромной силой. И таким образом, любое септенарное деление сразу же дает ключ к огромным оккультным силам, злоупотребление которых причинит неисчислимое зло человечеству. В других своих трудах Блаватская подробно описывала соответствие между семью нотами музыкальной шкалы, семью священными планетами, семью цветами радуги, семью днями недели и так далее. Мы также можем найти в тайной доктрине следующее. Находясь под властью семи священных планет, учение о сферах показывает от Лемурии до Пифагора семь сил земной и подлунной природы, а также семь великих сил Вселенной, развивающихся и протекающих в семи тонах, которые являются семью нотами музыкальной шкалы. Что касается сгустков, то мы находим такой отрывок в транзакциях Блаватской ложи. Настоящий атом находится за пределами пространства и времени. Слово «молекулярный» применимо только к нашему земному шару и его плоскости. Атом находится в своем вечном состоянии, невидимом даже для глаза архангела, и становится видимым для последнего лишь периодически. И еще, тоже в транзакциях. Эта материя во время периодического сна Вселенной обладает предельной прочностью, мыслимой для глаза бодхисаттвы. Эта материя сияющая и прохладная, рассеяна по пространству, появляясь как сгустки в жидком молоке. Это хранилище материала, материи, из которой образуются звезды, планеты и другие небесные тела. Это семена будущих миров или звездный материал. Что касается зародыша, в тайной доктрине можно найти следующее. Луч вечной тьмы становится, когда он испускается, лучом лучистого света или жизни, и вспыхивают зародыши точки в яйце мирском, представленные как материя в ее абстрактном смысле.
Зародыш существует в центре каждого атома. И они образуют коллективно зародыш. Или скорее, поскольку ни один атом не может быть сделан видимым для нашего физического глаза, коллективность их образует нуменон, вечной и неразрушимой материи. В транзакциях также можно прочитать: зародыш вечный, недифференцированные атомы будущей материи един с пространством. Пространством столь же бесконечным, сколь и неразрушимым, и столь же вечным, как и само пространство. Что касается пространства, то современные физики квантовой механики утверждают следующее. Согласно современной физике, пространство имеет свою собственную энергию, называемую энергией нулевой точки, которая является более первичной и вездесущей, чем различные формы энергии, хранящиеся в материи. Эта энергия присутствует во всей Вселенной, и по некоторым расчетам ее плотность энергии более чем 10 110 раз превышает плотность лучистой энергии в центре Солнца, что соответствует плотности массы около 1096 килограммов на кубический метр. Таким образом, энергия пустого пространства на самом деле является самой мощной физической силой в известной Вселенной. Что касается света, в транзакциях снова пишется следующее. По контрасту с вечной тьмой, первый логос — это, конечно, свет. И свет, также в тайной доктрине, свет — это тот самый вездесущий духовный луч, который вошел и оплодотворил божественное яйцо и призвал космическую материю начать свой длинный ряд дифференциаций. Итак, в этой шлоке мы видим, что готовится дифференциация первой монады на 7 различных иерархий. Слово еще не произнесено, слово не воплощено, но все готово к этому. Монада — это атма Будхи. В примечании к этой шлоке также сказано, что Санкарачарья переводит сатву, понимание или чистое знание, Будхи. И атма Будхи в этом плане соответствует парабрахме и мулапракрити на высшем плане. Как говорит мастер Кутхоуми в письме, двойственная монада, седьмой и шестой принципы, чтобы проявиться как логос, должна сначала проявиться как триада. И эта триада будет третьим проявленным логосом, вселенским разумом, космической идеей, основой всех разумных операций в природе, также называемой Махабудхи. Это фундаментальные пропозиции или положения. Спасибо за внимание. Дорогая Бриджит, огромное спасибо за столь логичное повествование. Вы знаете, когда следишь мыслью за докладчиком, и когда такая логика соблюдена полностью по ключевым моментам всей шлоки,
конечно, возникает это желание двигаться дальше, двигаться вместе с докладчиком, чтобы больше понять, больше проникнуть. Спасибо огромное за такое внимание и концентрацию на понятии, понятии именно начала дифференциации монады, соответствие этой дифференциации монады с планами мулапракрити, то, что является парабрахманом и так далее. Это, конечно, уточняет очень многие понятия, которые сгруппированы в саму шлоку. Конечно, это достаточно тяжело, чтобы в них сразу находить некоторое соответствие и связь, и пластичность, но когда вот мы именно таким научным исследовательским методом двигаемся по точечке, по шлоке, мы неминуемо идем к пониманию. Дорогая Бриджит, огромное спасибо, оставайтесь с нами на связи, у нас уже поступают вопросы к вам, а мы приглашаем следующего докладчика. Дорогие друзья, свое исследование представляет господин Колганов Сергей Витальевич, кандидат философских наук, профессор кафедры философии Московского авиационного института, Россия, Москва. Сергей Витальевич, просим вас, слушаем с удовольствием. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Мы имеем возможность остановиться лишь на дальних подступах к теме внутренней эволюции космоса, во многом загадочной. Ну, все мистические учения базируются на убеждении, что тайное знание в принципе не может быть раскрыто до конца в пределах человеческого интеллекта, и оно невыразимо полностью на любом из существующих языков. Свою же задачу они видят в том, чтобы передать каждому человеку в наиболее доступной форме мысли о необходимости постижения изначальных мировых истин, что возможно посредством развития скрытых возможностей человека. Неосознаваемые процессы в психике человека ныне принято считать опорой мистических и иррационалистических концепций по всей истории человеческой мысли. Ну, по большому счету, мистицизм есть отражение в культуре Запада мировоззрения, для которого четкое деление человеческой духовной деятельности на науку, религию, философию почти невозможно. И магию, как глубокое знание оккультных сил природы, можно духовно оправдать, когда она желает получить теософию, то есть божественную мудрость и знания. Хочется сначала выделить мистическое слово в этой шлоке «Оя-ох-о». Произнесение некоторых слов само по себе является ритуальным актом, иногда рассматривается как священное исполнение религиозных церемоний. Сам акт произнесения определенных слов создает почву для того, чтобы говорящий и наблюдатели вышли за пределы обыденного мира и обрели магическое мышление, где они могут отбросить недоверие и поверить, что сами слова обладают врожденной силой. Эти слова не предназначены для общения. Это могут быть бессмысленные слова на необычном языке или предложения, которые произносятся задом наперед. Магические слова часто имеют значение только для тех, кто обладает исключительным внутренним знанием практики той группы, которая их использует. Многие люди знают врожденную способность слов влиять на мир вокруг. И не все слова делают этого. Заклинания – это магические формулы, произносимые с определенным тоном и рифмой. Слово «заклинание» происходит от латинского «incantare», что означает «воспевать» или «околдовывать», а также «очаровывать». Заклинания обычно появляются в определенном контексте, который обозначает их священную и магическую природу, часто как часть ритуала или церемонии. Это произнесенные стихи, песни или песнопения, используемые для того, чтобы намерение говорящего имело ощутимый магический эффект в мире, будь то объект или даже человек. Включение людей в группу и исключение ее по желанию. Они как сила в их понимании, так и в воздействии, которое они оказывают на намеченную цель. Ну, например,
Али Баба наблюдал, как 40 воров использовали волшебные слова «Сезам, откройся», чтобы открыть свою тайную пещеру. Римляне, например, в 3 веке до нашей эры надевали амулет с выгравированным словом «абракадабра» для избавления больных от малярии. В религиозных условиях это может быть мантра, священный звук, слог или слово, которое часто повторяется, это вызвать измененное состояние сознания в медитации. Для достижения практических в различных областях, в частности, в врачевании, также используются священные звуки. Так, советский астролог Сергей Бронский в книге «Астрология, суеверие или наука» приводит следующую практику лечения. Он пишет, а начинать надо с самого простого и одновременно самого сложного. Садитесь или ложитесь поудобнее, закройте глаза, спокойно дышите, при вдохе отчитывайте 3 раза ом. При задержке дыхания и при выдохе 6 раз ом, одновременно направляя свою прану в больное место. Сосредоточьте свой разум, желание и силу там, фиксируйте на больном органе все свое внимание. Вот такие положения из книги Сергея Вронского. Молитва сама же по себе может быть формой заклинания, часто создавая славу божеству или предку, благодаря их или прося о помощи. Христианские монахи одно время читали молитвы, называемые лорикос, для защиты. Рыцари же украшали ими свои щиты и доспехи, читая их перед битвой, чтобы обеспечить свою безопасность. Само это слово обозначает доспехи или нагрудник. В Древнем Риме стих «Кармен» использовали как проклятие, чтобы причинить вред врагу, и как мольбу, чтобы исцелить любимого человека, увеличить или получить богатый урожай. Исследуя лишь внешнюю сторону явлений, мистицизм выявляет внутреннюю сущность вещей, доступ к высшим сферам мироздания. Создавая божественное главным источником познания, признавая божественное главным познания, герметические учения в то же время не отказываются от многих научных приемов. Ими могут заниматься только посвященные, то есть люди, имеющие специальную подготовку и развившие в себе ряд божественных качеств. Они с этой точки зрения выступают как эзотеризм, греческого, как вы знаете, эзотерикос – внутренний. Соединение действий и речи, их устремленность к высшему бытию в равной степени порождают как религиозно-богословские формы, так и особую форму эзотерического знания. Вне сомнения, оно ближе к религии, чем к философии. У него свой собственный предмет и своя уникальная практическая задача, от которой эзотеризм никогда не отклоняется. Цельность направления во многом определяется главной целью. Русский эзотеризм построен на христианской, на православной ментальности, но он как бы преодолевает ее. Ученые, в свою очередь, отмахиваются от малоисследованных и непонятных состояний психики отдельных людей. Они опираются на статистическое большинство людей, которые не знакомы с такими душевными явлениями, а отсюда наука делает неверный вывод. А в то же время социум все еще игнорирует такие бесполезные, в кавычках, темы, как мантра, умная молитва, медитация, изучение эзотерических текстов. Опыт жизни духовных учителей человечества говорит о том, что это магистральный путь в духовном развитии. Человек должен восстановить духовное единство с высшим миром. А психическая эволюция естественным путем выводит человека на пути духа. Наука и философия, они не признают знаний, которые передаются в виде откровения, потому что те основаны на индивидуальном опыте. Духовидец же, испытывая высшие состояния сознания,
часто впадает в них не по своей воле, даже и не размышляя о высшем. Это начало, как всеединое, может быть обусловлено внешним для познающего субъекта. Оно должно находиться с ним во внутренней связи, силу которой может быть им действительно познаваема. В силу этой же связи субъект может быть внутренне связан как со всем существующим, так и заключаемся во всеедином и действительно познавать все это. Так писал создатель свободной теософии Владимир Соловьев. В свете озарения человек полагает, что он проникает в самые глубины, сущность вещей, постигает такие истины, которые невозможно обосновать и рационально доказать, но которые переживаются как нечто абсолютно реальное и очень важное. Интенсивность и повторяемость подобных переживаний как раз и приковывают к ним внимание теоретиков мистицизма, которые приходят к выводу, что озарение не иллюзорно и создает возможность постичь универсальные законы. Это переживание, как особый духовный опыт, ценность которого состоит в том, что он внушает уверенность человеческой душе в существовании иного мира. Отдельные факты четко указывают на то, что люди, обладающие высоким духовным потенциалом, могут каким-то образом влиять на единое духовное начало, проявляемое в человеке, в положительную сторону. Поэтому с большой степенью вероятности можно предположить, что решающее значение в культуре будущего вновь приобретет религиозно окрашенное сознание, но не обусловленное массовыми религиозными практиками, а свободно движущееся в пространстве божественного света. Поскольку на Земле возникли жизни сознания, а человек – это мыслящее космическое существо, постольку в силу огромного потенциала человек может быть фокусом энергии нашей Вселенной. А для приближения еще к одному миру, миру надземному, особенно подчеркивается необходимость правильного настроя на него. Но мы привыкли чаще использовать в этой связи другое слово – настроение. Вот если настроение человека не торжественное, не радостное, это означает, что наш прицел сбит, так как мы в этот момент концентрируемся на всяческой шелухе, на низшем, на суетном, а не на высшем, не на том, что в индийской традиции выражается формулой сатья, а в правильном познании, наоборот, мы приобщаемся к радостному высшему состоянию. В радости новое познание, оно от приобщения к высшему и от подсказок оттуда. В дополнение приведем подтверждающую эту мысль высказывание из живой этики Рериха. Если сверчок может нарушить настроение, значит, устремление было невелико. Предметный мир есть лишь момент космической эволюции, а не что-то непреложное и неизменное. В отличие от естественно-научных концепций, центром интуитивного постижения реальности является космос, который в известном смысле есть Бог, и воссоединение с ним жаждет человеческая душа. Стоит подчеркнуть, что постоянное памятование о единстве самых разных подходов к познанию бытия, также частое органическое совмещение в жизни конкретного человека позволяет предположить, что их единство в познании тайн Вселенной приведет к проникновению в сокровенные тайны космоса. Мыслям о непроявленном мире было суждено сделаться жизненным принципом будущих веков, но при этом идея сверхчувственной материи осталась в стороне от магистральных течений в истории философии. Очень четкую позицию в отношении вещественно-телесной материи сформулировал русский философ Лев Лопатин. Уверенный, что невозможно из так понимаемой материи вывести духовное. Или материя вовсе не то, что о ней думают материалисты, или никакой психики в мире не должно быть совсем, утверждал Лопатин. Ныне противопоставление материи сверхчувственной и чувственной, чувственно воспринимаемой уже не является, собственно, прерогативой философии.
вещество Вселенной составляет более 4% ее массы, а остальная масса есть совокупность так называемой темной материи энергии. Материя непроявленная и материя проявленная соседствуют в равной степени, являясь объектом. Нужна только теория, которая бы объясняла эту разницу, выражающаяся в том, что одна неуловима для органов чувств, а другая, наоборот, уловима. И материальное приобретает известные черты идеального. И то, и другое являются полярными силами. А самодвижение любой формы материи, как проявленной, так и непроявленной, не проявленной, не воздействуют органы чувств. Но некоторые локальные проявления материи, в которых изменена по сравнению с нормой обычная для нее полярность частей, они не безразличны для восприятия, прежде всего, конечно, человеческого восприятия. Но именно с этим локальным проявлением материи происходила чувственная адаптация живых организмов в процессе эволюции, начиная от самых примитивных и кончая человеком. Эта часть ниже лежащей формы материи, которая не интегрирована, вышележащая, всегда будет сверхчувственной. В ней можно выделить как непроявленные, так и проявленные компоненты, причем последние – суть временное образование. Эти локальные, которые являются следствием циклического усиления или ослабления полярных сил. И вот именно эти состояния при определенных условиях и воспринимаются чувственно как телесное. Они могут быть определены как сгустки в мировом яйце. Непроявленное же в своих полярных циклах периодически уничтожает вещественно-телесное, как некоторое незначительное изменение в своем состоянии. А философия есть внутреннее познание мира через человека, в то время как наука есть внешнее познание мира вне человека, писал Николай Бердяев. Отечественный философ религиозного толка основными сферами бытия считали не материальный космос, а человека и Бога. У них космос не есть физическая реальность, а духовная бесконечность, вечность и божественная обитель существа, создавшего мир и человека по образу и подобию своему. Русский мыслитель Михаил Гершензон так обращался к людям ищущим. «Выйди только из своего личного круга через человеческий круг во вселенскую жизнь, там мировая воля без задержек, циркулируя в тебе, будет сама безошибочно направлять твои шаги целостным движением всякой твари к неведомому совершенству». Представители отечественной философии всеединства утверждали, что связь с Богом является личностно-преобразующим принципом. Она преображает и жизнь, и человека, делая его богоносцем. По мере осознания человеком своей сущности, он замечает, что его идеалы, он сам качественно изменяется. В внешнем космосе человек отделен от других людей. В глубине же своего духа он сообщается и сливается со всеми. Поэтому, чем глубже человек уходит вовнутрь, тем более он расширяет и обретает естественную и необходимую связь со всеми остальными людьми. Со всей мировой жизнью, писал философ всеединства Семен Франк. Для определения степени совершенства человека главное оценка внутреннего человека. Сам человек вырастает из своей внутренней сферы, которая не может быть социальным процессом. Она является через себя величие Бога. Для космической философии религиозного толка личность без отношения к Богу неопределима. Индивид удовлетворяет свои телесные потребности, а высшие составляющие молчат в нем. Его глубинная сущность приглушена жизненными интересами. Но стоит ему проявить соответствующее устремление, и он преодолеет свои примитивные желания, все случайное, наносное,
и тогда он превратится в личность. Эта личность полна гармонической целостности и творческой созидательной силы. Свое индивидуальное отличие человек получает не от внешнего мира и не от Бога в том числе, от которого он получает универсальное духовное содержание. Ибо свой облик человек получает в процессе осуществления своего нравственно-этического и эстетического идеала. Вот так русский человек, он был всегда устремлен к абсолютной красоте, совершенству, гармонии. И вот универсальное божественное содержание человека необходимо творчески переработать с высоты духовного идеала собственного, и тогда, собственно, и создается неповторимость личности. Для этого и необходимо, в частности, изучение тайной доктрины. Так, духовно-мыслительная деятельность при этом является высшей программой системы, символическим базисом ее трансмутации. И по мере, то есть по мнению авторов теософских учений, все опирается на первичную архаическую доктрину, которая затем воспроизводилась с меньшими или большими искажениями во многих религиозно-философских учениях. Данная идея получила естественное развитие в идее всеединства, которая пронизывает все эти учения. И хочется отметить, что духовное самосовершенствование, оно связано с пожизненной работой, которая требует от человека всех его сил и к тому же не дает сразу эффективных результатов. Понятно, что этот способ спасения, он не прельщает обывателей, иной раз даже они не подозревают о его возможности. Душа смертна как личность и бессмертна в божественном духе, высшем разуме. Через сохранение информационных отражений целого, в частности, в знаково-символических формах, обладающих потенциальным бессмертием. А что произойдет, если количество людей, которые будут устремлены к Богу, будет расти? Ну, вероятно, это должно вызвать резкую переориентацию всей культуры от индивидуального и социального аспектов к аспекту высшему. Произойдет резкая смена приоритетов, материальные потребности от принципа избыточности, характерного для сегодняшнего дня, должны будут перейти к принципу разумной достаточности, обеспечивающему как физиологический минимум, так и решение многих глобальных проблем человечества. Спасибо за внимание. Сергей Витальевич, огромное спасибо. Каждый раз, когда слушаешь вашу мистерию, а именно так она слушается, как какая-то песня такая, но она, знаете, не абстрактная. Она имеет настолько точечное подтверждение тех мыслей, фактических явлений, действий, которые мы изучаем. И для меня, например, является каждый раз неким откровением, когда вы в своих исследованиях берете мнение, мысли исследователей, ученых, философов, как российских, так и зарубежных. Интересно, что даже вот сегодня я первый раз некоторые мысли слышала, и такое было ощущение, что все они действительно звучат в единстве в каком-то. То есть они в одном сочетании работают. Люди, которые жили в разные эпохи, люди, которые занимались разным направлением, они имеют одинаковое звучание, если каждый из них произносит эту истину, он доходит до них. Огромное спасибо, что вы могли вообще с таким связующим звеном найти подтверждение потрясающим, гениальным мыслям, которые были сегодня высказаны в контексте подтверждения тех теософских доктрин или постулатов знаний, указов Агни-йоги, каким образом нужно действовать, быть. И они, знаете, они вот не являются такими абстрактными, и как будто они невыполнимые. Когда, Сергей Витальевич, вас слушаешь, понимаешь, что это возможно, потому что вы всегда подтверждаете эти мысли исследованиями людей, которые были устремлены, которые жили.
принципе, просто настоящие люди, которые могли трудиться в этом направлении совершенствования. Огромное вам спасибо. Мысль такая коснулась, когда я увидела слайд ваш «Защита монахов». Там так очень интересный был символ. И мне вспомнилось, знаете, что древние воины, они на своей груди, также был у них щит, и он был покрыт воском. И когда солнечные лучи достаточно долго светили на это солнечное сплетение, они именно солнечное сплетение закрывали, воск начинал таять. А когда начинал таять воск, это был знак, чтобы они оберегали, это было опасно. То есть было вожжение центров. О чем это говорится? О том, что в древности люди настолько владели этими знаниями, они были естественны для них. Они знали воздействие лучей и знали, как о них охраниться, знали эти символы и так далее. И здорово, огромное спасибо, что вы работаете с этим материалом и всегда удивляете нас своими откровениями. Дорогие друзья, я представляю следующего докладчика, который первый раз у нас. Мы вас поздравляем с премьерой. Вообще, мы вели достаточно долгую переписку, и вот это отношение к материалу, с которым работает этот человек, дало нам всем основу, чтобы мы сегодня увидели его презентацию. Итак, дорогие друзья, я вам представляю господина Шринивасана Кайер. Это магистр, доктор философии из Индии. Господин Кайер, слушаем вас внимательно. Мы готовы вместе с вами погрузиться в вашу прекрасную презентацию. Good evening to all. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. А также спасибо за организацию. Сегодня мы поговорим о третьей станции, четвертой и пятой шлоке, тайной доктрины. Тайная доктрина – это магнум опус, лучшая работа госпожи Елены Блаватской. Она является основополагающим вкладом в современную эзотерическую философию. Станции Дзян являются ядром ее работ. Ее книга состоит из двух частей. В первом томе она рассматривает космогенез, а во втором – антропогенез. Эзотерическая философская доктрина гласит: «Нет религии выше истины». Как известно, Альберт Эйнштейн хранил книги госпожи Блаватской у своей постели до самой своей смерти. Поэтому эта книга и труды Елены Блаватской являются основополагающими в эзотерике. Для более ясного представления – госпожа Блаватская дает следующий краткий обзор. Единая реальность, ее двойственные аспекты в обусловленной Вселенной. У нас есть Абсолют, это парабрахма ведантистов или единая реальность, Сат. Первое проявление, непроявленный логос, предшественник проявленного. Дух материя, жизнь, дух Вселенной, Пуруша, Пракрити или второй логос. Космическая идея, Махат или интеллект, вселенская мировая душа. Основа разумных операций в природе, также называемая Махабудхи. Единая реальность и двойственные аспекты в обусловленной Вселенной. Вечность Вселенной в целом, как безграничной плоскости. Это игровая площадка бесчисленных Вселенных, непрерывно проявляющихся и исчезающих, называемых проявляющимися звездами или искрами вечности. Второе утверждение – абсолютная универсальность этого закона периодичности, зафиксирована во всех сферах природы. Фундаментальное торжество всех душ со вселенской сверхдушой, причем последняя сама является аспектом неизвестного корня, и обязательное паломничество каждой души, искры, через цикл воплощения или необходимости в соответствии с циклическим и кармическим законом в течение всего срока. Ни одно чисто духовное будхи, божественная душа, не может иметь независимого сознательного существования до того, как искра, исшедшая из чистой сущности вселенского шестого принципа или внешнего существа, прошла через все элементарные формы феноменального мира этой манвантары
и обрела индивидуальность, сначала по природному импульсу, а затем путем самоиндуцированных и саморазвивающихся усилий, которые проверяются его же кармой, таким образом поднимаясь через все степени интеллекта от низшего до высшего. Манаса от минерального и растительного и до самого святого архангела Тхьяни Будды. Для человека не существует никаких привилегий или особых даров, кроме тех, которые завоеваны его собственным эго, благодаря усилиям и заслугам на протяжении длинного ряда его реинкарнаций. Единый принцип под двумя своими аспектами Парабрахмама и Мулапракрити являются бесполым, необусловленным и вечным. Космос называется матерью до его космической активности и отцом-матерью на стадии повторного пробуждения. Сейчас мы поговорим о станции 3, процесс формирования мира. Распыленная космическая материя образует туманность, формируется солнечная вселенная, планетарная цепь или одна планета. Последняя вибрация седьмой вечности проносится сквозь бесконечность. Мать набухает, расширяя изнутри снаружи, подобно бутону лотоса. Вибрация проносится вдоль, касаясь своим стремительным крылом одновременно всей вселенной и зародыша, обитающего во тьме, этой тьмы, которая дышит или движется над дремлющими водами жизни. Тьма излучает свет, и свет падает одним одиноким лучом в воды, в материнскую глубину. Этот луч пробивает девственное яйцо, луч заставляет вечное яйцо трепетать и ронять невечный зародыш, который сгущается в мировое яйцо. Три превращается в четыре. Лучезарная сущность становится семью внутри, семью снаружи, светящееся яйцо Хираньягарбха, которое само по себе есть три, тройственные ипостаси Брахмы, Вишну и Шивы, свертывается и растекается молочно-белыми сгустками по глубинам матери, и корень прорастает в океане жизни. Корень остается, свет остается, сгустки остаются, и по-прежнему Ояху одинокий. Корень жизни был в каждой капле океана бессмертия, Амрита, и океан был лучезарным светом, который был огнем, теплом и движением. Тьма исчезла и больше не существовала. Она исчезла в своей собственной сущности, теле воды и огня, отца и матери. Пятую шлоку третьей станции Дзян госпожа Блаватская интерпретирует так. Пробуждение Вселенной к жизни после пралаи. Семь станций – это семь терминов этой абстрактной формулы. Одна относится к семи великим стадиям эволюционного процесса, о которых в Пуранах говорится как о семи творениях. Станция 1 – история космической эволюции, описывая состояние одного всего во время пралаи перед трепетом вновь пробуждающегося проявления. Станция 2 – эта станция настолько почти идентична первой, что для того, чтобы выразить мысль о ее различиях, нужен длинный трактат. Поэтому оставим это на усмотрение интуиции и высших способностей читателя. Станция 3 – пробуждение Вселенной к жизни после пралаи, возникновение монад, образование миров. Термин «монада» одинаково применим как к огромной солнечной системе, так и к мельчайшему атому. Станция 5 – процесс формирования мира. Распыленная космическая материя образует туманность, формируется солнечная вселенная, планетарная цепь или одна планета, в зависимости от обстоятельств. Станция 6 – последующие этапы формирования мира, эволюция вплоть до периода, в котором мы живем и сейчас. Станция 7 – нисхождение жизни вплоть до появления человека. Здесь заканчивается первая книга «Тайны доктрины». Она изображает возникновение монад и состояние их поглощения в пределах единого. Монада она определяет как огромную солнечную систему, которая состоит из мельчайших атомов. Другими словами, монады – это силы, энергии. Так что эта станция относится к новой теософии, основанной на астрономии. Далее приводится объяснение различных шлок пятой станции. Седьмая вечность, разделяющая неделимое, освящена в эзотерической философии. Последнее делит бесконечную длительность на безусловное вечное и универсальное время, и обусловленное, кхандакала. Первое – это нумен бесконечного времени, другое – это явление, которое возникает периодически, как эффект махата. В связи с этим возникают различные вопросы. Например, соответствует ли начало времени, в отличие от длительности, появлению логоса? Седьмая вибрация относится как к первому, так и к проявленному логосу.
Первый – вне пространства и времени, а второй – когда время уже началось. Только когда мать разбухает, начинается дифференциация. Ибо, когда первый логос излучается через первозданную и недифференцированную материю, в хаосе еще нет действия. Последняя вибрация седьмой вечности, первая, возвещающая рассвет, и является синонимом первого или непроявленного логоса. На этой стадии времени нет. Нет ни пространства, ни времени, когда зарождается начало. Но все находится в пространстве и времени, как только наступает дифференциация. Является ли девственное яйцо и вечное яйцо одним и тем же, или это различные стадии дифференциации? Вечное яйцо – это преддифференциация в состоянии лая или нуля. Поэтому до дифференциации оно не может иметь ни атрибутов, ни качеств. Девственное яйцо уже квалифицировано и поэтому дифференцировано, хотя по своей сути оно одно и то же. Мировое яйцо – это универсальный символ как по своей форме, так и по своей внутренней тайне. Оно представляет собой исток и тайну бытия. Неуловимый зародыш внутри, без какого-либо внешнего вмешательства силы, производит активное нечто, постепенно развивающееся в некое конкретное живое существо. Оно разрывает свою скорлупу и выходит наружу, как будто это самопорожденное, самосозданное существо. У первой причины нет имени. В виде таинственной птицы она роняет яйцо в хаос, и это яйцо в конце концов становится вселенной. Брахма, мировое яйцо, называется Калахамса, лебедь в пространстве времени. Он становится лебедем вечности и откладывает золотое яйцо в начале каждой манвантары. Яйцо – это символ вселенной и ее шарообразных тел. Божественную мысль или вселенский разум не следует рассматривать как проекцию, подобную интеллектуальному процессу человека. Это абсолютная мудрость, превосходящая идеи времени и пространства. Она не может быть разделена на состояние сознания. Концепции личного Бога как неизменного и бесконечного являются не психологическими и, что еще хуже, не философскими. Одна жизнь вечно невидима, но вездесуща. Она не имеет ни начала, ни конца. Она имеет периодические проявления. Между этими проявлениями это называется пралая, то, что правит, темная тайна небытия. Это бессознательное, но абсолютное сознание. Это нереализуемая, но единственная самосуществующая реальность. Это хаос для чувства, космос для разума. Это единственный атрибут – великое дыхание. Это вечное движение Вселенной. Жизнь и дыхание – это одно и то же. Вечное, непрекращающееся движение. Вечно присутствующее пространство. То, что неподвижно, не может быть названо божественным. Внутри Вселенской души нет ничего. В действительности, в реальности неподвижного. Шлока 4. 3 упадает в 4. Является ли лучезарная сущность тем же самым, что и светящееся яйцо? Что такое корень, который растет в океане жизни? Лучезарная сущность, светящееся яйцо или золотое яйцо Брахмы или Хираньягарбха идентичны. Корень, растущий в океане жизни, это потенция, который превращает в объективную, дифференцированную материю, универсальный, субъективный, вездесущий, но однородный зародыш или вечную сущность, которая содержит в себе потенцию абстрактной природы. Океан жизни – это, согласно термину философии Веданты, единая жизнь, параматма, когда имеется в виду трансцендентная высшая душа и дживатма, когда речь идет о физическом животном дыхании жизни или дифференцированной душе, той жизни, которая дает бытие атому и вселенной, молекуле и человеку, животному, растению и минералу. Корень остается, свет остается, сгустки остаются, и все равно ояхо – это одно целое. Термин ояхо встречается в книге Дзян, станция 3, шлоки 5-7, а также в станции 4, шлоки 4. Несмотря на широкую распространенность санскритских текстов о мантрах, найденных в Индии, подобный термин до сих пор не был найден ни в одном из этих текстов. Однако подобные гласные термины
были найдены в гностических текстах из библиотеки Нагхамади, обнаруженных в 1945 году. О термине «ойахо» мы можем прочесть в тайной доктрине следующее. Пусть будет понятно, что термины «брахма» и «парабрахман» используются здесь не потому, что они принадлежат к нашей эзотерической номенклатуре, а просто потому, что они более привычны для западных учеников. Оба они являются совершенными эквивалентами наших терминов с одной, тремя и семью гласными, которые обозначают единое все и единое все во всем. В комментариях «ойахо» переводится как «отец-мать богов» или «шесть в одном», или «септенарный корень», из которого исходит все. Все зависит от ударения на эти семь гласных, которые могут произноситься как один, три или даже семь слогов путем добавления буквы «е» после буквы «о». Это мистическое имя дано потому, что без глубокого овладения тройным произношением оно навсегда останется неэффективным. Упоминание этого термина мы находим в священной книге Великого Невидимого Духа, также называвшемся Евангелие египтян, рассуждения о 8 и 9 и в Марсанне. Это означает, что какой бы ни была множественность проявлений, все равно это одно умноженное на другое. Сгустки – это первая дифференциация, относящаяся к космической материи. Согласно Тхянье Буддам, во время периодического сна Вселенной, предельной длительности, мыслимой для глаза совершенного бодхисаттвы, эта материя, радикальная и прохладная, становится при первом пробуждении космического движения рассеянной по пространству, появляясь, если смотреть с Земли, в скоплениях и сгустках, как творог появляется в жидком молоке. Это семена будущих миров, звездный материал. Необходимо также сделать одно важное пояснение. При использовании образного языка, как это сделано в тайной доктрине, очень часто используются аналогии и сравнения. Например, тьма, как правило, относится только к невидимому абсолюту или абсолютности. По контрасту с вечной тьмой, первый логос, безусловно, является светом. По контрасту со вторым или третьим проявленным логосом, первый – тьма, а остальные – свет. Почему сказано, что свет падает одиноким лучом воды? Как этот луч представлен в связи с треугольником? Как бы ни было много лучей на этой планете, когда они возвращаются к своему первоначальному источнику, они в конце концов разрешаются в единство, подобное семи призматическим цветам, которые все исходят и разрешаются в один белый луч. Как и этот одиночный луч расширяется в семь лучей и их бесчисленные подразделения только на плоскости иллюзии. Он представлен в связи с треугольником, потому что треугольник – это первая совершенная геометрическая фигура. Как говорил Пифагор, а также как написано в станции, луч, пифагорейская монада, нисходящий изне места, алока, проносится, подобно падающей звезде, через плоскости небытия в первый мир бытия и рождает число 1. Затем, разветвляясь вправо, он производит число 2. Снова поворачиваясь, чтобы сформировать базовую линию, он рождает число 3. И затем, снова восходя к числу 1, он, наконец, исчезает оттуда в царствах небытия, как это нам показывал Пифагор. Можно ли лучезарную сущность, Млечный Путь, или мир-вещь разложить на атомы? Или же она не атомарна? Ну, в своем докосмическом состоянии она, конечно, не атомарна, если под атомами подразумевать молекулы. Ибо гипотетический атом, простая математическая точка, нематериален и не применим к материи и даже к веществу. Реальный атом не существует на материальном плане. Определение точки, как имеющей положение, в оккультизме не должно восприниматься в обычном смысле, поскольку реальный атом находится вне пространства и времени. Слово «молекулярный» применимо только к нашему шару, к нашей планете, и, находясь внутри нее, даже на других шарах нашей планетарной системы, материя находится в совершенно ином состоянии, не молекулярном. Атом в своем вечном состоянии не видим даже для глаза архангела. Он становится видим для последнего
только периодически в течение ее жизненного цикла. Частица или молекула не является таковой, но существует периодически и поэтому рассматривается как иллюзия. Мир вещества сообщает о себе через различные плоскости, и нельзя сказать, что он разрешился на звезды или стал молекулярным, пока он не достигнет плоскости бытия, видимой или объективной Вселенной. Можно ли сказать, что эфир является молекулярным в оккультизме? Это полностью зависит от того, что подразумевается под этим термином. В своих низших слоях, где он сливается с астральным светом, он может быть назван молекулярным на своей собственной плоскости, но не для нас. Эфир, о котором наука пока что только имеет некоторые подозрения, гипотезы, является самым грубым проявлением Акаши, хотя на нашем плане реальности для нас, смертных, это седьмой принцип астрального света. Он на 3 ступени выше, чем лучистая материя. Когда она проникает во что-то, она может быть молекулярной, потому что принимает форму последнего, и ее атомы информируют. Частицы этого чего-то мы можем назвать материю кристаллизованным эфиром. На этом я заканчиваю свою презентацию. Большое спасибо. Господин Шривасан, огромное вам спасибо за такой объемный материал, который вы смогли представить сегодня. Конечно, самое главное, о чем мы сегодня смогли проследить за вами, так сказать, вашу мысль, это как раз мысль о законе универсальности. Это наиважнейший аспект в изучении вообще тайной доктрины, потому что именно эта универсальность закона, она пронизывает всю тайную доктрину. Именно третья станция, о которой мы говорили, что это начало, да, дифференциации, когда конец пролая уже произошел, и уже все двигается к тому, чтобы дышать, чтобы из единства появилось множество, чтобы этот единый свет всеми корреляциями начал смешанных и чистых цветов сиять, конечно, важно говорить о том, что любое качество, которое сегодня наши уважаемые спикеры могли выявить, оно высвечивает грань этого необъятного света, которого, в принципе, мы с вами изучаем качество света. И мы сегодня постараемся эти качества света более конкретно рассмотреть на геометрии. Мы подготовили для вас презентацию. И очень многие мысли, кстати, соприкасаются и имеют такое продолжение. И я думаю, что мы сейчас с вами должны совершить такой прыжок в свет. Когда есть сила для прыжка в свет, значит, есть устремление, чтобы познать тайное. Итак, дорогие друзья, огромное спасибо доктору философии, магистру Индии Шринивасану Кайеру. Огромное вам спасибо. А мы продолжаем наше исследование. Пожалуйста, презентация. Итак, пятая шлока, третья станция. Корень остается, свет остается, сгустки остаются, и все же ояхо един. Мы пойдем с вами четко по самому классическому представлению, когда мы будем рассматривать каждое понятие ровно так, как оно дается в Дзян. И, конечно, попробовать соединить комментарий и сам оригинальный текст. Итак, корень остается. Что такое корень и где он остается? Корень – это глубина матери. Она есть корень, растущий в недрах океана жизни. Конечно, этот корень, растущий, или глубина матери, она имеет свойство расширяться, увеличиваться, преображаться или изменяться. Итак, первый ключевой момент. Что такое корень остается? Корень остается – это трое. Это трое, которые остаются для дальнейшего развития или дифференциации. А каким образом возникает это развитие? Оно возникает тогда, когда возникает пара противоположностей. Итак, из этого следует следующий ключевой момент. Первое трое
это есть корень. Они бросают свою тень. Тень есть форма, и появляется трое их отражения. И эти шесть едины. Что значит свет остается? И где именно он остается? Мы можем сразу говорить сейчас о геометрическом происхождении этого понятия и сказать о ключевом моменте. Свет остается – это четверица или четыре, которая создалась из этих троих и соединив их в серединной точке, что есть четыре. И мы сейчас видим с вами, в принципе, центр шести лучевой звезды, как он действовал. Сгустки остаются. Следующее понятие. Сгустки – это первичная дифференциация. Первая космическая материя на протяжении периодического сна Вселенной в состоянии настолько разряженном, что доступна лишь глазу совершенного бодхисаттвы. Так пишет Елена Петровна. Эта материя лученосная, охлажденная, и при первом пробуждении космического движения она рассеивается в пространстве, и это есть семена будущих миров. Это есть звездное вещество. Итак, ключевой момент, что происходит в этой шлоке. При начале движения лученосная и охлажденная материя начинает рассеиваться. Она образует сгустки, которые есть звездное вещество, и эти сгустки есть семена будущих миров. Следующее. И все же Оэхо един. Но что значит един? И Елена Петровна отвечает на этот вопрос. Един означает неразделенность всего живущего и имеющее бытие в активном либо в пассивном состоянии. В одном смысле у Эхо есть бескорний корень всего, и, следовательно, он, конечно, един с Парабрахманом. А в другой это есть наименование проявленной уже единой жизни, вечно сущего единства. Этот корень означает что? Он означает чистое знание, сатва. Он означает вечную, безусловную реальность, или на санскрите это нитья, так звучит, да? Или сад, что на санскрите звучит сатья. Елена Петровна дает наименование Оэхо старшего и младшего. Давайте посмотрим, каким образом это можно увидеть. Итак, Оэхо старший – это отец-мать, то Оэхо младший, соответственно, сын и дочь. Отец един с сыном, мать едина с дочерью. И оба едины друг с другом, то есть отец, мать, дочь и сын. Вот он, символ пар противоположностей, объекта, субъекта, причины, следствия, или причины и ее тени, или причины и ее формы, непроявленного и проявленного. Оэхо, буквальное значение этого слова среди восточных оккультистов Севера есть спиральный ветер или вихрь. И в данном случае этот термин взят как раз для определения беспрестанного и вечного космического движения. Или вернее, силы, которая движет им. Это сила, которая молчаливо принимается как божество, но никогда не произносится. Оэхо младший. Он появляется как ману, перед началом каждой расы или нового цикла. И он дает свою новую специальную ключевую ноту определенной расы, как каждая вибрация. Циклом называется что? Один большой круг планеты. В частности, это нынешний четвертый большой круг, в течение которого возревают семь рас человечества. Пять из которых уже проявлены, мы знаем, да, и две, которые будут проявлены в дальнейшем. Так вот, перед началом каждой новой расы появляется семилучевая звезда. И это есть ключевая нота для каждой расы. Что такое ключевая нота для каждой расы? Это ее лучи. Итак, мы можем рассмотреть в этой концепции такой ход событий. Первая раса – символ Солнца, оранжевый луч. Луч Солнца – это психическая изначальная энергия, сила жизни, творчество, символ вечного движения. Вторая раса – это Луна, фиолетовый луч. Луч Луны – это символ пространства, куда нисходит, или мы можем говорить, что касается луч Солнца.
И в этот момент касания они оба становятся едины. И мы знаем, что первая и вторая раса слилась в единое, как атма-будхи, как эта двоичность. Третья раса – это символ Марса, красный луч или дух, символ духа. Так, третья раса была очень духовная, лемурийская раса. И в третьей расе, в третьей подрасе огнишваты или солнечная питри осенили истинной духовностью человека или разумом. Четвертая раса, Меркурий, желтый луч, символ мудрости, света божественного ума. Так четвертая раса достигла большого развития и прогресса. Пятая раса, Юпитер, голубой луч, символ ученичества и учителя, символ чистоты сердца, символ низшего манаса. Шестая раса, Венера, синий луч, это символ разума, высшего разума или высшего манаса. И седьмая раса, Сатурн, зеленый луч, синтез всех шести лучей, это явление мысли в ее истинной форме. Человек научается мыслить и в конце седьмой расы уходит с планеты Земля. Итак, мы вот сейчас рассмотрели причину и тень, то есть форму и ее проявление. Или мы рассмотрели некую дискретность единства на разделенные лучи, которые сами по себе становятся основными. Давайте посмотрим, каким образом этих семь лучей, семь раз могут давать такой отзвук в определении Елены Петровны Блаватской, которая в комментариях дает достаточно много описаний такого священного слова, как Уяхоо. Итак, Уяхоо – отец, матерь богов, шесть в одном, или семиричный корень, из которого все происходит. Аехао – это термин, используемый в тайной доктрине в отношении логоса или реже абсолютно. Но относительно к процессу проявления этот принцип упоминается по-разному. Он также называется словом силы. Так вот, Аехао в этой концепции – это, конечно, сила свет. Это бескорний корень всего, он один с парабрахманом. А парабрахман, понятно, что это абсолют, и он не имеет в себе подобных, потому что он безличный и безымянный принцип, который находится за пределами Брахмы. Уехао также говорят о том, что это корень, и это есть чистое знание сатва или атма-будхи, парабрахман и малопракрити, или, безусловно, реальность сатва. Итак, тот, кто купается в свете, Уехао, никогда не будет обольщен покровом Майи. И мы можем понимать, на каком плане бытия находится этот свет. Так при свете знаний истины иллюзия рассеивается. Давайте посмотрим по плану бытия, как это происходит. Есть космическая материя и есть дифференциация. Есть свет этого вездесущего духовного луча, который проник и оплодотворил теперь уже божественное яйцо, вызвав космическую материю дифференциации. Итак, что мы имеем? Мы имеем три основополагающих положения. Первое – это корень. Второе – это свет, и третье – это сгустки. Итак, получается корень, свет и сгустки, и все они в одном. Один, два и три в сумме шесть. Шесть в одном. И Елена Петровна так и пишет, что Хао един. Семь гласных могут быть произнесены как один, три или семь слогов. Семь гласных – это вечно сущее проявление вселенского принципа. О-е-а-о-хо-о. Вот они, семь букв, которые в начертании геометрии лучей шестилучевой звезды соединяются в одной сфере или в одном произнесенном гласном звуке О. Итак, семь гласных. О-о-о-о. Видите, они одинаковые, эти гласные. Геометрически они как семь О букв или семь сфер окружности или семь миров, семь глобусов. И именно импульс духа или первых трех, о которых мы с вами говорили, он есть связующее звено этого первоначального огня. И он передает эту основу этому каждому миру, этой семиричности, каждому из семи. Что это? Это есть амрита этих трое. Амрита или три сгусток, или три силы в одном. То есть одухотворенный разум, который становится единым с разумом космическим и становится поэтому бессмертным.
как в проявлении космическом, так и в человеческом. Как это происходит в человеческом? У людей тонкое тело почти оформлено, но ментальное, оно оформлено лишь избранным. Вот это сохранение сознания полного достижения сознательного существования во всех сферах, во всех оболочках, есть величайшее достижение архата. И это и есть амрита, это и есть истинное бессмертие. В учении написано так об амрите. Он высочайший извлек из своей сущности бессмертное дыхание, которое не погибает в существе, и этой душе существа он дал ахамкара, то есть он дал самосознание верховного водителя, а затем он дал душе этого существа, человека, разум. Он был образован из трех качеств и пяти органов внешних восприятий. Каких? Этими тремя качествами является разум, сознание и воля. И они соответствуют мысли, восприятию и озаренности. Центры восприятия. Что такое? Это внутренние действия. Зрение, слуха, обоняние, вкуса. И в восточных системах они называются индриями. Они находятся все в астральном человеке. И физически же молекулы являются лишь необходимыми материальными посредниками для восприятия импульсов извне и передачи их центрам. Так вот, когда это все происходит, мы имеем проявленную призму или семерицу, или человека на Земле. Ведь наука отрицает внутреннего человека и его божественные силы. А знание и личный опыт как раз и позволяет оккультисту утверждать, что эти подобные силы, божественные, внутренние, бесконечные, беспредельные, они столь же естественны для человека, как плавание для рыб. Давайте посмотрим, каким образом могут эти формы формироваться в соответствующую универсальность закона тождественности. То есть есть ноты, да, вот эта семеричность, семь лучей, семь нот, семь раз. Так вот, ноты по планам бытия, начиная с низшего, физического, соответственно, распределяются таким образом. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И каждая нота соответствует определенной вибрации. До, как самая мощная физическая, ре, утонченность, да, та самая ми или эм, или мир, мир разума и творчества. Фа – срединная точка, из которой все выходит. Это звучание плана прообразов. Соль – таким образом звучит высший манас, да? Или тот самый махат, космический махат, он так звучит. Ля, который совершенно тончайшим звуком указывает на непроявленную семилучевую звезду. Этот отзвук или свет от первого единого. И си, куда все сливается в своем единстве звучание единого или одного созвучия или сочетания. Оккультист, знающий, как натянуть человеческие способности, как струны, их и настроить скрипку свою в созвучии с вибрациями цвета, звука, он извлечет из них божественную гармонию. Мы сейчас можем посмотреть, как распределяются расы в сочетании планет и звуков по глобусам. Это тоже определенная универсальность закона, каждая из которых в проникновение может открывать бесконечные миры познавания. Так вот, когда оккультист натягивает эти человеческие способности как струны, он может настроить эту скрипку. Скрипку, что значит настроить скрипку? Настроить свой духовный разум вместе созвучие с вибрациями цвета, звука, потому что таким образом извлекается божественная гармония. Лучи и ноты семилучевой звезды мы сейчас с вами видим. Солнце – оранжевый луч до, Луна – фиолетовый луч ре, Марс – красный луч ми, Меркурий – желтый луч фа, Юпитер – голубой луч соль, Венера – синий луч ля и Сатурн – зеленый луч си. Мы имеем семь цветов. А теперь давайте посмотрим, каким образом происходит смешение этих цветов. Если мы берем три основных, как атма – красный, будхи – желтый и мана – синий. При соединении красного и желтого смешиваем, получается оранжевый. При смешивании синий и желтый получается зеленый. Синий смешиваем с красным и получается фиолетовый. Шесть цветов в итоге, которые смешиваются с тремя главными цветами. Красным, желтым и синим.
но нет в этой диаграмме цвета голубого. По таблице Елены Петровны Блаватской нота соль голубого цвета. Она есть символ аурической оболочки или эфирного тела, то есть тела мысли, или мы можем говорить про эфир, или голубой огонь. И получается, что голубой цвет, его нельзя смешивать ни с каким цветом. Он неприкосновенный. Это чистый ум, манас, чистое сердце. Это нить антахкараны, это кольцо не приступи. И это символ пятой расы, соль земли, так называют. Комбинирование этих сил внутри, внешним, цвета, звука или приведение микрокосма в созвучие с макрокосмом, оно дает геометрический эквивалент звучания Оумани Падмахум. Это еще одна грань концепции звучания этого света в комбинировании сил внешних, внутренних, проявленных и непроявленных в едином сочетании, в одном звучании. Поэтому в школе Пифагора обязательным было предварительное знание музыки и геометрии. Итак, какой вывод из всего этого? Вывод такой. Каждый из первозданной семирицы, изначальных семи лучей, образующих проявленный логос, сам является семиричным. Корень остается, он являет эту сущность, свет остается, он выявляет движение этой сущности, сгустки остаются, это концентрация корня будущих миров, и все же ОЭХО един. Это первозданная семирица изначальных семи лучей, каждый луч из которых сам по себе является семиричным. Большое спасибо. Мы с вами в такой концепции рассмотрели еще эту шлоку, и у нас есть уже вопросы, на которые мы бы хотели вам ответить, дорогие друзья. Огромное спасибо, что вы вместе с нами, что вы активно участвуете. Итак, мы видим, что у нас присоединилась член научно-исследовательской группы, наш партнер из Соединенных Штатов Америки Мишелина Фостер. Мишелина Фостер, ваше впечатление от семинара, небольшое мнение и такой вам вопрос. Если можно кратко, немножко прожимает время, а мы бы хотели ответить на множество вопросов наших участников. Итак, вопрос такой. В чем отличие корня, который остается от ОЭХО, который он сам и есть бескорний корень всего, и он же есть семиричный корень, от которого все происходит? Госпожа Мишелина Фостер, если вы готовы, будем рады вас слышать. Пока Мишелина подключается, я немного отвечу на этот вопрос. Вот корень остается, это действительно так. А с чем эта связь, которая есть сам, да, бескорний корень? Корень остается, а ОЭХО распространяется. ОЭХО распространяется потоком световых сочетаний. Вот такой ответ, когда Мишелина присоединится к нам, мы попросим ее дополнить. Хорошо? Следующий вопрос. Такое. Владимир Ярый, если вы готовы, у вас спрашивают такое пояснение, что есть понятие «час пробил», и каким образом оно совпадает, это ударение, когда идет проявление сущности. То есть, видимо, здесь человек спрашивает о комментариях Елены Петровны, когда она говорила об ударении слогов. То есть, видимо, так я поняла, во всяком случае, что ударение слогов и это ударение «час пробил», они связаны друг с другом или нет? Прошу. Сложный вопрос, конечно, потому что непонятный пока. Но попробую на него ответить, да? Конечно же, вот этот импульс, он связан с необходимостью выявления какого-то принципа, какого-то элемента, какого-то свойства, как силы, которая потом начнет действовать согласно необходимости. И вот эти импульсы всегда происходят как необходимость.
Спасибо. Да, большое спасибо. Хотела уточнить такой момент. Вот когда говорится в Диан, что час пробил, мы должны предполагать, что это то самое состояние, когда каждая сфера, она в этот момент должна как бы передать свою жизнь и энергию другой планеты. Вот, вот такая цепочка. Час пробил, это значит, происходит вот эта вот передача. Господин Колганов, вам вопрос. Единство шести и единство семи чем отличается? Ну, в данном случае единство семи включает в себя и непроявленную часть абсолюта. Я бы так ответил. Сергей Витальевич, большое спасибо. Мне кажется, что вот единство шести, оно происходит в седьмом. То есть они объединяются только в седьмом. Вот это вот есть такая, такой небольшой нюанс. Они не объединяются отдельно. Если шесть объединились, они могут объединяться только в седьмом. Поэтому ОЕХО шесть в одном, а шесть в одном – это и есть семиличность. Вот такое, может быть, дополнение поможет некоторому пониманию. Господин Шринивасан Каайер, если вы на связи, мы рады вас послушать. Такой вопрос вам. ОЕХО – это и сад, и парабрахман, и сатва. Это соединение противоположностей отца, матери. Значит ли это, что ОЕХО – единственное понятие в эзотеризме, которое обладает всеми этими силами? Yeah. The theosophical glossary... В словаре теософском Елены Блаватской говорится ОЕХО – это эзотерическое явление, когда шесть в одном, это мистическое семь. Это семь проявлений, семеричное проявление. И называется оно преобразование ОЯХУ в проявлении иерархии. И касательно этого термина Елена Блаватская говорит, это господин Шринивасан, мы знаем, что Елена Петровна Блаватская говорит. Мы все читаем теософский словарь. Важно, как вы это понимаете. Скажите, как вы понимаете, обладает ли именно это понятие ОЕХО, единственное ли оно в эзотеризме, которое обладает этими силами? Вы так считаете или нет? Или еще есть какие-то понятия, которые обладают такими же силами? Спасибо. Yes. Ждем ответа. Exactly. That is what I quite agree with you. Я согласен с вами. Вот слово ОЕХО означает. Это какие-то точки, которые складываются в луч, и это вечный принцип. И они должны породить вот это антропологию, антропоцентрический принцип. Иначе не возникнет человеческие существа. И вот что мадам Блаватский говорит в тайной доктрине. Господин Шринивасан, огромное спасибо. Хотела заметить такой нюанс по поводу ответа на этот вопрос. Это понятие единственное или нет? Вот если мы говорим, что третья станция, пятая шлока, говорит о свете и выявляет качество света. Что такое качество света? Оно выявляет форму света. Форму света. Вот эта форма света, она может проявляться сад, парабрахман, сатва, противоположности и множество-множество. Почему? Потому что когда есть форма, ее можно наполнять содержанием. Так вот, ОЕХО имеет одно главное свойство,
которое является основополагающим. Он может наполнять любую форму. Он может наполнять форму света в бесконечности проявления и сочетания этих цветов. Огромное спасибо, что вы нам помогли разобраться с этим вопросом. И мы переходим к следующему. Хотелось бы уточнить, пишет человек, каким... Хотел бы добавить еще одно объяснение Ояху. Это вечная карма, причинно-следственная связь. Спасибо большое. Спасибо большое. Thank you. Thank you so much. Да, спасибо. Дорогая Бриджит, Бриджит Такен, надеюсь, что вы на связи. К вам поступил такой вопрос, который человек пишет так. Я прослушал доклад Бриджит Такен, и у меня такой вопрос. Знание о септенарном делении чему именно угрожает? Знание о септенарном делении чему именно угрожает? If I understand the question well... Если я правильно поняла вопрос, вот эта угроза соответствует пятому элементу, пятой стихии, эфиру. И мадам Елена Петровна говорит, есть две стихии, о которых мы еще не знаем. Эфир – это пятый элемент, пятая стихия, соответствующий манасу. Вот мы имеем план Будхи, план Атмы. И вот эта угроза, и надо понимать как соответствующую эфиру. И Елена Петровна говорит, что эфир, он полуматериальный, полудуховный. И мы узнаем полностью об эфире только или в пятом, или четвертом круге. И мы имеем представление шестого состояния, пятой расы. Довольно сложно говорить о вещах, о которых не знают обычные люди. Но мы должны знать, что есть йоги, махатмы и люди, подобные им, которые достигают вот этих высших планов, например, Будда, Гаутама Будда, говорится, что он на шестом плане Санкарачарьи достиг. И возможно узнать на этих планах Будхи. В трудах Елены Петровны говорится, вы достигаете плана Будхи, высшего над манасом, когда вы не можете себя ощущать отделенным от всего человечества, как разумное существо. То есть вы слиты со всем. Все разумные существа всех галактик, если вы можете представить их, вот на плане Будхи, там сознание заставляет вас думать, что вы едины со всей Вселенной. I don't know if it answers
Не знаю точно, ответил ли я на ваш вопрос, но мы сейчас достигли пятой расы. И мы узнаем о шестом плане на шестом круге. Мы узнаем о манасе, о пятом принципе на пятом круге. На пятом круге мы еще не развили вот этот манас. То есть средний представитель человечества не достиг еще полной реализации, самореализации принципа манаса. Большое спасибо. Дорогая Бриджит, огромное спасибо за очень такой максимально объемный ответ. Очень интересно, и мне понравилось соответствие пяти именно эфирному проявлению. Так вот, хотелось бы немножко чуть уточнить. Человек спрашивает о септенарном делении и насколько это могло быть угрозой, как пишет Елена Петровна. Она же не объясняет, почему. Если мы знаем, что септенарное деление – это деление основного на составляющие, как, например, есть там дни недели, да, а есть дни недели, когда Елена Петровна разбрасывает их по цветам, по лучам и так далее. То есть она делает такие от основного составляющие. Она пишет, что эти знания дают адепту прежде всего изменить себя. Получается, что основа септенарного деления, она дает знания не только этого следствия составляющего, но и причины. Иначе невозможно его познать. И именно адепты познают это, и они как бы выявляют суть разумные силы, а они изменяют себя. Вот такая основополагающая роль, в каким образом в этой концепции в пятой шлоке, когда происходит вот это вот соединение пар противоположностей, мы видим уже это септенарное деление, в чем угроза? Угроза в том, что не познав причины, человек может ошибиться, а познавая суть, вникая в суть, зная этот фундамент и основу, мы можем изменять себя, а не изменять вначале окружающих, мир и так далее. В этом угроза, в этом ошибка. Огромное спасибо. Следующий вопрос Владимиру Ярому. Будьте готовы, пожалуйста. Вопрос простой. Что подразумевается под ударностью семеричного корня? Да, ударность семеричного корня – это выражение какой-то новой ноты. Это как ману. Коренной, семенной ману существует. Да? Так вот ударные такие импульсы идут, устанавливая основную ноту. Эволюции, развитие сознания, ну и вообще по планам бытия и миров. Большое спасибо. Елена Петровна, есть такое, что она в одном месте уточняет по произношению. Она сначала говорит об ударности. Мы можем говорить, что ударность – это просто концентрация внимания, удар. Или, знаете, пришла такая мысль соответствия. В учении в Агни-йоге Елена Ивановна пишет о том, что произнесение имени, которое является священным, оно должно быть как удар, молния. И оно настолько священно, что его не произносят, чтобы не было этого удара. А здесь скрывается ударность семеричного корня, и Елена Петровна рассказывает, каким образом мы можем этот удар выявлять в его увеличенном ритме. Удар или проникновение ритма. Он может быть произнесен в одном, в тройном или в семи слогах. 1, 3 и 7. Это и есть суть ОЕХО, который в сущности своей единой. 1 ОЕХО, тройной ОЕХО, 7 – это тоже ОЕХО. Но эта ударность семеричного корня выявляет 1, 3 и 7. Вот так мне показалось, что можно было ответить немножко на этот вопрос еще так. Да, можно было бы еще сказать, это подобие лестницы Иакова.
или ступеней Будды. 108. Большое спасибо. Нам пишет участник, что господин Сринивасан является доктором философии. Как философия рассматривает такой вопрос? Чтобы овладеть тройственным произношением этого мистического слова «Ойохао», надо стать разумным? All this depends. Это все зависит от того, какие действия мы даем этим слогам. Его можно произнести как один, три или семь слогов путем добавления, добавляя «и» после «о». Вот помимо тройного произношения, все остальное остается на интеллектуальном уровне, я так понимаю. Большое спасибо. Вот это произношение именно тройственного слога, да, мистического, это есть приближение к свету Ойохао. Yes. А приблизиться к свету Ойохао можно только освоением разумной природы. Владимир Васильевич, слушаю вас. Здесь прежде всего говорится о пробуждении сознания при озарении, пробуждается чаша накоплений, то есть голос безмолвия. И человек в этом случае никогда не скатится назад. Он просто вышел на ту ступень, с которой он не может свалиться. То есть это его вибрация, его достижение. И каждый, кто пробуждает сознание, тот устанавливается в духе на той ступени, на которой достигла его так духовность при вот этом озарении. Большое спасибо. Мы не успеваем ответить на все вопросы. Огромное спасибо, что вы проявили такой интерес и просто засыпали наших спикеров. Но пару вопросиков мы еще успеем. Пожалуйста, господин Колганов, по вашему докладу вопрос, будьте внимательны. Вопрос звучит так. В чем связь духовного совершенствования символа Ойохао и смене приоритетов, о котором вы говорили в своем докладе? Дело в том, что обычный мирской человек, он постоянно отвлекается на незначительные вещи. Нам же непосредственно, особенно это касается людей, которые любят теософию, необходимо концентрироваться на главном. И вот в докладе прозвучала такая мысль, что при такой концентрации не только устанавливается радостное и просветленное состояние, но и как бы вот то высшее, на котором концентрируется сам человек, оно резко начинает помогать ищущему. И в результате именно сверху человек начинает вести по пути самосовершенствования. Я бы так сказал. Большое спасибо. Владимир Васильевич, одна минута за вами, и мы продолжим. У нас есть последний вопрос. Надо здесь важно понять смысл слова «концентрация», когда говорится о том состоянии, в котором должен пребывать человек. Дело в том, что та концентрация, которая предшествовала новой эпохе, она содержала в себе механику. Сейчас человек намного тоньше улавливает эти все вибрации. И поэтому естественный путь сейчас – это не концентрация, а это уже образ жизни, образ мышления. Это мировоззрение. Ты просто естественно входишь в это состояние. Еще раз говорю.
Прежде всего, это пробуждение сознания и озарение. Они вводят в эту естественность. И там нет концентрации как таковой, как мы думаем. Там естественность присутствует. И вот этим отличается вот эта новая эпоха. Спасибо. Большое спасибо. Бриджит Такинг, Теософское общество Франции, Лужа Блаватской, по вашему докладу участник спрашивает, охлажденная материя, о которой вы говорили в своем докладе, в какой момент обретает качество лученосности? Дорогая Бриджит, 30 секунд, краткий ответ. In the instructions, Blavatsky says that... Елена Петровна говорит, что материя... Это сущность Акаши. Акаша – это божественное состояние. И оно становится эфиром только на низших планах видимой Вселенной. Акаша – это вакуум. Это вакуум. Это пустота и полнота одновременно. Буддисты, например, говорят, в начале они говорят о основе, лучезарной основе. Это свет и пространство. Мы не знаем, на самом деле, что такое материя, мы не знаем, что такое свет, мы не знаем, что такое пространство. Многие люди думают, что пространство – это просто пустота. Но Елена Петровна говорит, что нету пустоты во всей Вселенной. Я не знаю, становится ли материя той, которую мы видим сейчас, в текущем состоянии сознания. Что материя представляет тонкий план, о котором мы не можем сказать много, я боюсь. Это все, что я могу пояснить. Прекрасный ответ, огромное спасибо. Вот эта охлажденная, разряженная материя, она становится лученосностью тогда, когда, в принципе, произойдет первичная дифференциация. Она в этот момент становится лученосной, потому что именно из этой охлажденной, разряженной материи созданы все звезды, все планеты, все другие небесные тела. Вот таким образом происходит это движение. И последний вопрос на сегодня, и мы заканчиваем, Владимиру Ярому. Как проявляется единая жизнь? Единая жизнь проявляется вечным дыханием, которое создает вот эту цикличность, которая превращается потом во время. И в этом времени эта вечная жизнь обретает форму проявления этой жизни через сознание. Спасибо. Большое спасибо. Конечно, единая жизнь проявляется во множестве. Вот сегодня мы, все спикеры, огромное спасибо, что вы отвечали на вопросы. Вопросы были трудные, потому что очень тяжело следить мысль, с которой человек спрашивал, что он имел в виду. Но вы очень стойко справились со всеми ответами и дали, наоборот, даже такое множественное представление каждому понятию, о котором наши участники спрашивали. Мы сегодня с вами, в принципе, говорили о качестве света, который каждое понятие он распространяет, увеличивает, расширяет в этом множестве понимания. Есть самое главное, та причина, которая позволяет прыгнуть в этот свет любому сознанию, на любом плане бытия, в любой момент жизни, когда есть такое понятие судороги. Судороги не коснутся сердца. Оно не будет воздействовано на его судорожное закрытие. И только обративший вот эту судорогу
в открытие, он может совершить этот прыжок в свет. Вот этот прыжок сегодня был совершенен во множестве сказаний об этом свете, об Оя, о Хао. И хотелось бы, знаете, сказать о том, что Елена Петровна пишет, что мы должны стать дерзновенными, чтобы понять, чтобы сделать этот прыжок, чтобы ощутить этот свет, чтобы познать свою разумную природу, которая передаст этот ключ от открытия каждого центра, каждого мира, каждого тела сознания нашего, своего собственного мира, от внутреннего, сокрытого мира. И вот эта дерзновенность, она появляется тогда, когда затихает эта лютня, затихает, в принципе, низший манас, Юпитер. Он становится наполняющим все пространство в голубом, чистейшем свете красоты голубого огня, который нельзя, невозможно смешать ни с каким светом, потому что он потеряет сияние чистого голубого цвета. И только тогда все эти струны природы разума, которые определены этими лучами ОЭХО, они наполняются тайной, раскрыть которую способен каждый из нас. Огромное спасибо всем сегодня за прекрасный семинар, за прекрасные ответы, презентации. И огромное спасибо нашей технической поддержке Александру Брежневу, Александру Кулешову, Максиму Егорову, Юрию Бутину, нашим переводчикам, которые старались ответить на каждый вопрос и донести внутреннее звучание единого сочетания этого бессмертного, вечного понятия ОЭХО, который, конечно, мы в одном семинаре не можем рассказать о всей множественности, но каждый из нас в дальнейшем в своей жизни дополнит этот свет и отзвучит на ключевую ноту пятой расы, пятой подрасы этого ману или голубого света Юпитера, который дан нам, чтобы мы стали чистыми, чтобы мы устремились к совершенствованию. И как сказал Сергей Витальевич Колганов, повторяя слова Елены Ивановны Рерих, чтобы никакой светлячок не отвлек нас от этого устремления. Итак, дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы были с нами. До встречи. Свет и любовь. Тайная доктрина Блаватской посвящена всем истинным теософам. Книга третьего тысячелетия. Одна Блаватская знала.